Чё? Зоренька прибьёт за рыбу. Где все хилы? Типы реролят персонажей Сальянса, чтобы на RDS собирать осколки. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Много-то не грить, я тут один сейчас хилю. Так вот чё мне пес должен. Тимон! Чё режу? Ой, сори. Прошу прощения. Проси. Еще раз. Ой-ой-ой, у Войда уже 26 лет в скобочках. По-моему, 3 года не заходил. Привет, чё, как дела? Народ, 3. Куда идёшь? В РС. А, в РС. А кто-то Бибопа видел? Нет. Вчера что-то собирал, но вчера не получилось зайти. Да ничего страшного, я волю забрал себе, у меня все хорошо теперь по жизни. А какую волю? На ком сидишь? Кого-то качнул? Ну мне дали тут одеть чара за 5000 рублей, я одеваю, короче, за неделю. 5000 рублей? Ну такой, знаешь, 5000 рублей подгон дали мне одеть чара. А чар кто? Какой класс? Хунтер. За 5000 рублей? Ну? Это бизнес, это жесть. Я челика знаю, в танках тоже типам всякую хуйню фармил там за бабки. Бизнесмен, да. 100 тысяч в месяц получает. Димон, ты на ком? Ну, какие бомбочки. Скажи, сколько ты кинул ролл на эту вог? Я кинул 9, а паник кинул 97. Ага, так вот паник изи ролл на 97 кидает, да? Не, мне не надо истерить, пацаны. А, у нас вчера кот еще дал 22 кг ДПС. 22? 22, да. Код, 22 КДПС? Да. А какой РДПС был? 320. Йо. Охуеть, там я напрокал, походу. Чё, сейчас коки, мам. Дайте... Стой. Шкаф. И шкаф дайте. Смысл вот тут, принимай сумму. Дайте шкаф Локи, Крейзи Варлок. Что истерия Локи тебе? Счастливые каски. Сейчас скоро буквально. Дайте фулбафа. Топар, иди к нам.
Давайте, Святого, там ДК кто-то начинает. Дайте кулак коту, кулак коту, кулака нет. Ожидал тебе, блядь. Нет, нифига. Как так? Ты его снял, блядь. Нифига. Я бафы не снимал. У тебя маг. Да, на снятие бафа. На снятие бафа, кулака, воин. Да тебе давал, друиды. Воин, друиды, бафов нет. Вот смотри, у охламончика есть, как ты думаешь, блядь, почему на тебе нет бафа? Потому что ты его снял, блядь. Нифига! Нифига, блядь. Бабкам это расскажи, ну, и подъезд. Ебать, я же не тупой. Снял баф просто и всё. Чё, Олег онлайн? В целом, что-то этот... Оп, левую стрелку забиваешь. Молчать. Кто? А чё за джиберсов? 12-200 это анхолик или чё сейчас? Такие типа анхолики так слабо дамажат? Или чё там он в беседке ДПС с рука скинули? Ни в чём 22к, ебануться нахуй. Так это фурик. 376 РДПС, 22к нормально для фурика. Суслятинка 22 баш, 20-ка почти. Да, японские первые танчи. Ну, основа, в смысле, у нас вот первый, протопал второй. Давайте все тут. Подожди, стой, ладно. Ладно, блядь, я им спою. Да все, пил. Все, начинай. Квазар, братишка, 14к, это демон, что ли, Санек? Нихуя он, бля. Я там сдох. Начинай, по-полски. Если бы я не сдох, бы у них бы там у всех по 25 было, бля. Меня моб убил, сука. Я в него одну пытку дал. Тебя вот Триксы убили, если что. Кто убил? Триксы. Да не, блядь, моб, да. Ты чё думаешь? Нет, Триксы. Подожди, ты за ШП пытку не кастуешь, бог. Никогда, палец. Так ты хочешь сказать, блядь, он моба того хуярил, и он напулился на меня, что ли? Ну прикинь. Да нет, сука, он же макро сделал, чтобы отменять напул. Как так не пробовал? Блин, носок, ты хоть подыграть не можешь немножко, а? На 303 танки прожметесь. Я просто умный. Прожметесь. Протопал забираем, протопал забирай две копии, протопал стой. Не стоит только води и танчи. Дайте БР сумасводу, ахламончик. Хит там. Ладно, не. Так, БР. Я уж так теперь сейчас пытки нариснем. Трескайте, зелона кто-то. Идите. Боссу. Да просто босс Цурфанк увидел, что я даю 20к бурсту, что у меня будет 19 на выходе. Он просто сказал, мол, мы ебани того дурака, нахуй, он подошел меня ебануть. Святилище считалось неприступным. Хотел перед ДПС все. Не подвергалось такому штурму. В этом просто ДПС начал падать до 16-15, он дай таун, взял, нажал. А Джерриан-то кем был, анхоликом? Да. Наверное. Мы осколки все забираем, блядь, ну там. Давайте все тут начинать там. Хорошо, он ушел. Да я его кикнул, в центре стоит. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. У нас же ДК есть. Ни за что, а почему? Тебе же сказали, в центре стоишь. Нравится босс? Запустишь босс. Умрёшь, не все умрём. Ну, Олег зашел. Олег, ты в РК? Да тут первый трай мы убьём. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Скилловый нырей. Не, мне просто по поводу стрит лишь он забил вас плохо. А, стресс, чтобы он на стрелку пошёл, да? Как думаете, поп с Кадилом придёт или нет? Ну,
какой-то про лимошку говорит вон там, получается, в поп. Что смешного им поебальник если получить, я думаю, не очень смешно будет. Опуривать будет его. А, блядь, внутри он думает, что лимошка это, короче, Олег. Ебать, он тупой. Ну-ка, давай его чат открою. А кто свет тачит первый сейчас? Так, давайте по танкам. Смысл тачишь первый, заходишь в тьму поку... Шо? Поклонский големов. И Харьба на третьей фазе. Весь трэш на пулю у меня продопало, веселочку. Так, четвертая пати остается добивать. По хилам. Так, сейчас я вылетел, походу. Так, по хилам. Пал и Екада светло, остальные все во тьме. Шаман там не умри, во тьме. Возьми дисплей или кто-то из Старвера, или все на колени. В свету. Ты себя подисплеишь? Не, мне что-то какая-то хуйня на маге жму, блять, на хилботу нихуя не дисплеишь. Так, ломончик. Подисплею зайду магом, по стом, блять, рогу. Ну ладно, я там подисплею. Во тьме там, Фридом, вы сами разбирайтесь. Аура, броня, свету, точно. Чашу были. На третьей фазе присты бьем через взрыв разума. Инер, Ахламончик, Спарки Дед, Фалария на Екаду, когда зайдем. Бомбочка на Спарке тоже дашь. Давайте чек на пол. Что там, блядь, вообще происходит? В смысле там девушка на груди, блядь, расправлю, кажа, че? Есть у кого-то хина, Спарки, ты во тьме остаешься. Ты ходишь во тьму и там остаешься. Нет, духов нету. Так. Сейчас обману. Еще раз чекну, то что забагалось. Да, если есть у кого-то духи, то выйдите осторожно. Дайте кулак по ДК. Вы прочитали, что написал этот лог? Бросить пить? Не. Опа-опа, зеленая ограда, дарки выебли попа, так ему и надо. Хорошо. Так, ДК готовы оба? А, нет, болезни тотема есть. Там улучшайте все затерки какие-то или еще понятия нет. Обмен, нет, у нас резко сейчас, давайте. Сумасход готов? Слишком... Пол дал. Давай, начинай. Близко не стойте, первую метку хвосту выносим, через хвост возвращаемся. Или сунели. Достал. Так, бежим. Уже нормально. Агро, попал точечно, не дома с таунтом. Там на кота берешь таргет и на стаунтом дожмешь штука. Так, метки нету, сейчас квасту выносите. Квасту еще сквозь возвращайтесь. Копал. Вот я хильки. Бежим. Давайте смотрим, лужа как будет литься. ДК по команде зайдешь. Лужа нормально. Четвертая пати остается. Джаспанк, заходи. Паладин, не таунти. Играйте по мелкому трэшу все.
ДК сразу заходи. РТД тут эти большие, играйте по маленькому. ДК заходи. Рейд заходим. Возьми в печеньку встаньте, Копар тебе дал метку. Скажите, когда зайти? После метки. Селочка, ты еще не заходишь? Вот пусть там остается. Давайте Иннер своим хилом. Иннер своим хилом. О, этот. А. Забыл Фридом. Я сейчас дам счастливый тебе давал. 52 будет, скажите. Угу. Счастливый у тебя когда нет? Сейчас давай. Пятьдесят три. Давайте после метки, после рези будем выходить. Сейчас будет рези, а потом будем ждать метки. 51, смотрим, метка сейчас будет, только потом будем выходить Пыткин. Все, выходим в свет. Пыткин, ты тоже выходишь в свет. На рассвету. Рассвету. Листы бьем через взрыв. Первую метку свет ровно назад выносит. Так, метки нету, смотрим, метели сейчас будет, будем бежать. Бежим. Смотрим лужи, внимательно смотрим на лужи. Нормально, дайте рост во тьме. Я сам себя это спелю, рост во тьме. Свет большой, по трэшу играем, свет только трэшу, РД большие, мирики маленькие. Играем по Халеону, добейте двоих. Живи, живи, живи. Я даже хилю тебя, живи. Бежим. Подрат, встаньте. Свет, стоп, свет, стоп, свет не бьем. Смотрим лужа, лужа в рейд. Не, нормально, свет только по трэшу играем. Часпанк выноси, на пула нету. Давайте добиваем трэш из ламира, как обычно играем. То я даю, да? Нет. Так, дал гим на хп и хаду диспел, сами. Смотрим, сейчас будет метеорит. Бежим. Гекада через ход возвращайся. А, нормально. Так, дайте индер на гекаду. Поклонского хил, смотрим, лужа в рейд, лужа в рейд. Так, свет, свет стоп, не свет не бьем. Свет не бьем. Дайте так, смотрите с мелким трэшем аккуратно, и прист, гимн на хп, прист. Только трэш бьем. Пою гимн на ману, ставь тотем. Только трэш бьем, свет. Нолкап. Давайте мелкий трэш все играем, все в мелкий трэш. Кавки выноси. Давайте Халеона не бьем, Халеона не бьем. Все, бьем Халеона, бежим на ту сторону. Так, смотрим лужи. Лужа в рейд. Лужа в рейд, аккуратно. Напуливаем, играем по трэшу. Распанк выноси. Тьма стопайте. Тьма стоп ДПС вообще. Нормально. Добивай мелкий трэш. Приздегим на хп в свету. Агро, паладин, агро. Не надо, а, расставом бежать. Бежим, бежим, бежим. Блядь.
Три раза забой Мастаунд. Зачем это было Мастаунд, Джадис? Там был один или два моба. Веселочка, ты... Бля, извини меня, нахуй. Мне хочется... Наверное, нажал, когда уже Дима переключился в Халиона, Стефана. Хотя нет. Антраж был еще. Веселочка. Веселочка. Ты, помолчите. Короче, Мастаунд жмешь только так. Ты выбираешь цель, на котором этот моб, например, там накатил висит. И только тогда жмешь Мастаунд, который три цели агрит. Если ты будешь агрить мелкий дэш, то видишь, у тебя Халиот уже три раза на тебя срывался. Два раза повезло, третий не повезло. Это твой косяк. Выбираешь цель, на котором трэш, и только потом нажимаешь таунт в эту цель, в этого человека. Вроде одну даже или приводили, мастер таунт сделать. Он что пишет? Жал мастаунт только на бомбочку. Ну как так? Да еще. Мастаунд забирает с цели троих мобов. Или, типа, я был второй по игру, мобов не было в рейде, он кидает мастаунд. Типа, босс, получается, второй по игру будет идти на меня, он кидает мастаунд на меня, босс переагривается на него. И все. Вот у вас вторая раз, да? Да. Угу. Давайте фулбаф и все тут. Ну, смотри, я просто мастаунд. Не понимаю, зачем кидать мастаунд, когда меня просто бьет один моб. Ну, нижний мастаунд там на пул нормальный. Там три, один рога и два ханта так на пулице. Давайте, все тут мазбаф даем, сходим в зарение кто ртов. Сейчас, секунду, кулки нам. Что-то не хватает. Каску дайте полагим полагим. Ладно, каску ханту. МК дай. Дружешь, баран. Давайте чек на пул. И давай раскинем. Я на варенька кидаю. Давайте, все готовы, начинай. У вас там два мага, чего вы себе не кинете? Он заебал, короче. Так, бежим, падает. Блин, хороший трек, были, убили. Уже мне везло, смотрим лужи, куда льются, лужи нормально. Давайте от Халёна отходим дальше. Нет, по случаю исход возвращайтесь. Пишем. Лужа в рейд, лужа в рейд. Так, ДК, сразу заходи. Рей, скажу, когда зайти. Дотайте пока больших РДД. Так, давай, ДК, заходи. Рей, заходим. Четвертое добиваем. Во тьме там в квадратик становитесь. Скажите, когда зайти. Следующую метку пропускаете лезвие ближе к мосту выносите.
Будете бежать, правее бегите. Там инер своим хилом заливайте. Хитьте ДК, сейчас умрет. Дайте инер спарки. Спарки выноси. 2%. 52. Паладина, дайте на него руки, у него маны нету. После лети, после метки. Сейчас не выходим, после метки только будем выходить. Портал не залейте. Смотрим, веселочка. Ходим. Ходим свет. Росвету. Бьем через взрыв. Свет, первая метка ровно назад выносим. Хламунчик. Сам себе. Так, смотрим, сейчас будет метеорит падать. Бежим. Так, смотрим лужа. Лужа в рейд. Лужа в рейд, рост во тьме. Свет, только трэш бьем. Только трэш бьем, свет, рост во тьме. Давайте Халеона бьем, Хмелисунари, выходи, выноси. Блять, назад, сука, ну куда ты бежишь? Бежим. Свет не бьем, свет не бьем. Свет стопаем. Хмелисунари, выноси, Хмелисунари, выходи. Охотник, выходи. Никогда. Ставь ПТМ. Даю гейм. Два хила во тьме. Хити даем, перебежим, риснем. Пэткин выноси. Давайте свет бьем Калеона. Чешки там отдайте. Бежим. Эти капли на БДК во тьме. Охламочек рисы. Ёбаный, блять. Улетел наверх. Лужа вред. Помочь Греса из парки. Так, помочь Греса из парки, бомбочка Реса и Хмелисунели. Свет только трэш бьем. Танк упал, все падает. А, все, стой, не Реса, не Реса. Я не убил. Падайте. Спарки где? Чё ты делаешь, блядь? Где он хилит, во тьме или в свету? Он плохо хилит. Да нет, там хилит-то хилит, просто там лужи две со света, он бежит из тьмы и со света, блядь, все лужи вместе, нахуй. Ну ты видишь, лезвие приходит, пробеги, вынеси лужу там, где нет, блядь, лужи, нахуй. Это мамонта поставь что-нибудь. Капар пишет хэприз слабый. Какая разница, какой там хэприз? Ну, вдруг и приз тяжеловато захилить танка и рейд. Ух, там Крейзи Ларак, я на сапогах улетел. Ставьте мамонта. Капар 11к дает. Крейзи Ларак, я на сапогах улетел? Да-да. Приз, кстати, действительно слабый, с зарарей пошли. Мамонта. Ага. Думал, сейчас пару фрикаста сделаю перед метеорой, на сапогах прибегу, блять. Сатрарепа, что ты так слабо играешь под листом? У тебя круга исцеления всего 70 тысяч исцеления. Это, ну, не знаю. Какие еще флешки могут быть? Связующая юзается на танка. На себя и на танка. Хилишь две цели, во тьме это профит. Мана та же. Ну, блять, может он не хилит, как друид. А чё, за рандом тоже что-ли буквы дают? Да, тапки в резке не прожимаются. Не есть! КПС мало он дает, он должен быть. Блять.
давайте все баф на все тут спарки, не выноси метку под дыхание. В сторону выноси, как обычно выносят в сторону. И когда выносишь, вот ты побежал, например, сюда, вот на мне за печенькой смотрим. Сидеть звенит, вот бежишь, тебя диспелили и возвращаешься по этой же траектории. Если резвие тебя не догоняет, если догоняет резвие, то вот так вот тогда идешь, когда диспелли, и потом обратно в рейд возвращаешься. Давай. Кулаки это ваши? Слава, дай кулаки. Давайте чек на кулак сейчас добавлю. Дайте кулак по коту. Все, заходим за линию. ДК начинай. Сука, ты поесть не дал даже. Клятву нажми. А там баф. Метку, что через хвост возвращаетесь. Бежим, падает, бежим. Смотрим, лужа, метеор близко, лужа нормально. Метку хвосту через хвост возвращаете, Зигсвар. Диспел. Бежим. Смотрим, лужа будет разливаться. Так, лужа нормальная. Не, вред, вред. Не дохните. Так, ДК не заходи. РДД милики. Бьем холёна, потом милики мелкий трэш, РД потом больших переключится. Давайте холёна перевели, играем по трэшу. ДК не заходи, лужа пропадет, я скажу, зайдешь. Все, ДК заходи. Рейд заходим. Скажите, когда? Так, Инер своим хилом заливаем. Пропускаем лезвие, ближе к морде сейчас выносим. Что там по проценту? 54. Элвин, вар, выбегай. Элвин. К самой стенке беги, к самой стенке, охотник, в рейд стань. 51, после метки будем выходить. Рикада выноси, и выходим в свет потом. Выходи в свет, Рикада, по свету. В свет метку ровно назад выносим. Бежим, падает. Так, смотрим на лужи. Лужа вред. Рост во тьме. Свет подошел. Метка, Элвин.
Диспел, Ваня. В лезвие не беги, лево, 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 беги от шара. Он прям в шаре. Свет играем по трэшу, просто по тьме. СКПДМ не работает. Так смотри. Все, заткнулись, упал. Заткнулись, плитки выноси. Играем по холёному свету. Сейчас что-то не продиспейлилось. Так, смотрим, поворачиваем, на рейд поворачиваем, смещаемся, рейд. Дайте инры гекаде. Смотрим лужа, свет не бьем, смотрим лужа. Две лужи в рейд. Так, давай инр. Этот, давай тотем, сейчас пою ему. Элвин. Свет только трэш бьем. Инер и хади пока дозревайте. Добивайте минуту трэш, играйте хвалево на пытки, выноси. Бьем хвалево. Паладин каплю на БДК на перебежке. Бежим. Смотрим лужа внимательно. Лужа нормально. Веселочка выноси. Трэш напуливаем хорошо. Даю гим на хп. Свет по трэшу играем. Веселочка, только спиной не танчи. Давайте два мира, как обычно, играем. Большие и маленькие. Свет стоп. Свет только трэш бьем. Давайте мелкий трэш играем. Кстати, на выноси сам себя диспелит. Все, стоим, курим пока. Бьем Халеона теперь. Так, смотрим, сейчас будет. Бежим, падает. Смотрим лужа внимательно. Лужа в рейд. Скатина. Так, играем. Свет только по трэшу играем. Свет только трэш бьем. Давайте булки свои напрягите уже почти. Свет только трэш. Все, играйте мелкий трэш, бейте Халеона. И когда выноси. Так, играем по Халеону. Инер, берните Гекаду, Гекаду берните. Бежим, ладно, бежим, бежим, бежим. Ладно, Халеона. Добиваем сейчас Халеона, трэш напуливаем, добиваем Халеона. Смотрим лужи. Два хила на Михильке. Веселочка, беги на пульте на веселочку. Тут жопа, короче, на пульте. Играем по Халеону. Дайте фулдеры в Халеона. Веселочка, прожмись хорошо. Все, добивайте. Трэш не бейте. Каплю на во тьме там дайте на БДК, дайте. Что там, каплю дайте. На БДК сюда тоже каплю дайте. Все, бомбочка, выноси. Все, добивайте. Захилено. Все на корене сдохи. Хада сдохла. Выгоданный. О, Саша, Грац. Че, выпуск все-таки? Угу. Есть. Я пошел ретрика первый. Вспышкой 130 тысяч на хило. Все нормально, я тоже вспышкой хилил. Вопрос. Пиздец, фишка. Сав, на тебе вот. А, да? Сейчас. Заходи, там пока на ИПЭК, мне надо шмотки. Че, можем пойти в ЦЛК? Да. Пойдем. 25 гер или 25 сок? 25 гер. Кольцо кому? Погнали в гер, круто. Это уже 11 часов, какое ЦЛК. Я гильдию линканул, кольцо надо кому-то? Веселочка. Она на пола идет, это кольцо? По полу, нет? Угу. Давай сейчас попробуем, если будет там 20 плюсов, то пойдем. Если нет, то пойдем в ВК. Обычка чекера будет. Погнали хрен. Ради этого вышел, ради начнул ЦВК. Че, это самое, на ИП заходите кто-то. Вот ты накинешь, Слав, я уфаюсь, мне сюда. Ты в ЦВК не идешь?
Я пока магом зайду. Сейчас надо ставить рекорды. Че, можно накидывать, че не? Да накидывай, там один вроде не происходит ничего. Все, походу, фуловый маг можно делать двойное, ебать, спустя 10 лет почти.